Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать вот такую замечательную пряжу Газал, серия Baby Wool. Довольно-таки очень мягкая, приятная, нежная пряжа. И так как Baby есть название, то, соответственно, пряжа подходит и для детей. Состав очень интересный. Здесь 40% акрила, 20% кашемира и 40% мериносовая шерсть. То есть, как вы видите, полушерстяная пряжа, но очень приятный состав. Как меринос, как кашемир. То есть, это очень такие вот нежные свойства добавляют этой пряже. Здесь 175 метров. 50 граммах, то есть довольно-таки маленький моточек и довольно-таки тоненькая пряжа. Вот здесь производитель рекомендует спицы номер 3, в принципе, пожалуй, соглашусь. Но если вязать в 2 нити, ниточку в 2 сложения, то можно вязать для довольно-таки плотной лицевой глади тройкой с половиной. Здесь тоже я, в принципе, вязала согласно. Мне понравилась очень пряжа в работе, очень нежная, мягкая. И, в принципе, как вещи, как аксессуары, шапочки, шарфики, снуды с нее получаются очень-очень приятные. Подходит для детских костюмчиков, кофточек, опять же, шапочек. Абсолютно не колкая пряжа, очень такая нежная, приятная на ощупь. Вот, поэтому, в принципе, подходит и для очень-очень маленьких детей. Вот. Что хочу сказать о самой пряже. В принципе, довольно таки интересная цветовая гамма в этой серии Baby Wool. Вот. Ну, в принципе, цена-качество, соотношение довольно таки хорошее. Кто что вязал из этой пряжи, обязательно комментируйте. Оставляйте комментарии, конечно же, в моей группе ВКонтакте и фотографии со своими работами. И, конечно же, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, не забывайте подписаться на мой канал. Всем хорошего настроения, пока-пока!